Полтонны мяса без соответствующих санитарных документов удалось изъять сотрудникам Россельхознадзора по Архангельской области при помощи госавтоинспекторов. Операция была проведена в рамках контрольно-надзорных мероприятий на посту ДПС на трассе М8. Была обнаружена машина УАЗ, в которой перевозилась продукция животного происхождения. Мясо говядина охлажденное в количестве 500 кг, это 16 четвертин без ветеринарных соблюдений документов. Кроме того, было обнаружено, что на четвертинах отсутствует ветеринарная клейма, что является обязательным требованием ветеринарного законодательства. Из пояснений водителя следует, что предубойный осмотр животных проведен не был. Ну и кроме того, что виновники правонарушения возможно лишаться самого мяса, согласно Кодексу административно-правовых нарушений им грозит штраф от 3 до 10 тысяч рублей.